Ми вітання, хто цю мить разом із став каналом Март в ефірі програма Діалог. Мене звати Олександр Матюшенко. Вітаю вас. Як завжди, у цій студії ми говоримо на компетентні та важливі теми і говоримо про це з освіченими людьми. І сьогодні в нашій студії Тетяна Кучерук, психологиня, богерка та авторка власного ютуб каналу. Пані Тетяно, вітаю вас! Вітаю вас, Олександр. Коли ми домовлялися про сьогоднішнє інтерв'ю, я думаю, а чи буде воно та тема, яку ми сьогодні виносимо, цікава для пресічного глядача, який буде дивитись наше інтерв'ю? Я вважаю, все ж таки, що буде. Втім, ми маємо різне ставлення до тієї теми, яку ми будемо обговорювати. А саме сьогодні мова буде йти про нейролінгвістичне програмування, так зване кодування психіки. Це досить цікавий науковий напрям у психотерапії та практичній психології, який вивчає закономірності суб'єктивного досвіду людей і? Можливість кодування саме цих можливостей для передачі виявлених моделей інших людям варто відзначити, що цей науковий напрям був розроблений ще в 70-х роках минулого століття однак був неодноразово спростований психологами з різних країн. І отут якраз виникає питання: чи має цей напрям у психології на сьогоднішній день ще існування уже в епоху цифрових технологій розвитку соціальних мереж? Понятно. Давайте разберемся сначала, что такое НЛП, чтобы понять, действительно ли оно работает в данный период нашей жизни, в наше в современное время. Для начала НЛП это взаимодействие двух людей или вообще вза взаимодействие с миром вокруг тебя. И как можно использовать НЛП, чтобы это было более эффективно для каждого человека, кто будет смотреть сегодня нашу программу. И в конце программы также я расскажу несколько примеров, можно использовать его. Можно также сказать, что это немного секретные примеры, которые помогут вам лучше и эффективно общаться с людьми. До речі, то як зрозуміти, що дійсно людина використовує цю технологію по відношенню до іншої, оскільки ну, вже одразу зрозуміло, що якщо хтось використовує до, повідношення до іншої людини нейролінгістичне програмування, він намагається якийсь отримати на цієї людини контроль. Як не стати, от, саме, попасти в, от, в цю пастку? Для начала нейролінгістичне програмування конечно звісно, в двох направлениях позитивным и негативным негативным это как вы сказали только что Александр что для получения контроля над человеком это манипуляция разное газлайтинг когда тебе говорят нет такого не было ты ошибаешься на самом деле это так и было а часто это используется в межличностных отношениях мужчины и женщины когда встречается мужчина манипулятор или женщина манипулятор и газлайтинг это самая жесткая эм, система манипуляции, НЛП в отношениях Следующее. Как понять, да, что с вами работает НЛП-мастер? Для начала вы начинаете вовлекаться в какую-то историю. Когда вот я тебе сейчас немножко делаю пример. Представляешь, вот утром вчера было такое солнце, и я вот иду, у меня такое настроение классное, и я прям ощущаю, что день будет очень успешным. А как ты чувствуешь себя сегодня? Я сегодня на что это интервью. Так, замечательно. Как понять, что с вами работает НЛП? Он начинает вовлекать вас в свою какую-то историю. И вы начинаете представлять это в образе, в голове. То есть это первый признак того, что с вами работает НЛП. Второй. Конечно же, я уже привела пример. Это газлайтинг. Также НЛП — это когда задают правильные вопросы. Например, «Правда ли, Александр, ты рад видеть меня?» Ты не можешь сказать нет я не рад потому что мозг начинает искать подтверждение почему я рад примеры того что как ты радуешься когда ты видишь меня и так далее также эти вопросы можно задаватьмеж личных межличностных, межличностных отношений и в публичных выступлениях в тем уже я манипуляцию завы случайноно вот я по Читаючи про власне це нейролістичне програмування, на, натикнувся на декілька різних технік, які використовуються безпосередньо тими, хто користується саме цією методикою. І от є різні техніки, які я хотів би, щоб ви сьогодні нам привідкрили так звані техніки якоріння, калібрування, спілкування і клінінга поганих спогадів. Розкажіть, будь ласка, про це давайте спочатку з якоріння. Якоріння – це… очень-очень распространенная тема например если женщина или мужчина хочет что-то получить от своего партнера да? например когда ты очень счастлив когда ты прям приходишь в эмоциях когда ты просто очень 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 взволнован радуешься в этот момент человек который рядом может действовать с тобой в трех направлениях. например тебя потрогать определенную точку твоего тела и все. То есть, ты, когда ты счастлив, он постоянно тебя трогает в одно и то же время. Э -э как это работает дальше? Когда ты будешь, например, в плохом настроении, да, и человек, ты встретишь этого человека, который делает на тебя якорение, он тебя потрогает за это место, все, ты уже чувствуешь вот то якорь, вот то ощущение, которое он делал до этого. То есть, это называется программирование. Якорение это одна из практик, которую использует НЛП. Также есть якорение с помощью звука. Например, вау, как здорово. Каждый раз, когда ты будешь ощущать себя счастливым, человек может говорить, вау, как здорово. И когда ты, например, будешь себя ощущать плохо, и он скажет, вау, как здорово, или он захочет что-то от тебя получить, но получить он сможет только, если ты в хорошем настроении, верно же, то он может сказать, вау, как здорово, и ты уже начнешь себя чувствовать ну, как-то по-другому, согласись. Следующий это, например э голос. Часто используют девушки, я буду сейчас рассматриваться с этой темы, Голос очень низкого тембра, который очень нравится. И обычно такой голос привлекает больше внимания, и такой голос более приятно слушать. Я чего то сразу подумал про Арестовича, честно, не про, про Вот, он же тоже это использует, просто никто этого не понимает. Он очень мощный НЛП-мастер. Просто мало кто, только 90% людей этого не видят. И 90% людей этим просто не пользуются. Дальше, калибровка. Калибровка — это, например, когда ты встречаешь человека, и тебе нужно, чтобы этот человек хорошо к тебе относился, например, в работе или в межличных отношениях мужчины и женщины, или вообще в любой ситуации в твоей жизни. Этот человек, или, например, ты, это хорошая практика на самом деле, начинаешь копировать движения этого человека, начинаешь копировать слова этого человека, мимику этого человека. То есть ты как бы... Маскируешься под него, и этот человек начинает ощущать себя комфортно. Да, это мой человек, неприятно с ним. Никакой человек не скажет, блин, он делает то же самое, мне это не нравится. Нет, он делает то же самое, значит, он такой же самый, как и я. То есть с этим человеком можно работать, с этим человеком можно дружить и так далее. Втим, я вот просто, слухаючи э, самую систему э, си методики, задаю себе питание. Добро. Я, наприклад, буду за вами повторювати якісь певні дії. Я буду вам намагатися вас копіювати для того, щоб якось там досягнути своїх якихось власних успіхів або хоча б такої душевної гармонії. Втім, це ж не буде саме істинним станом речей, як воно є в мені насправді. Тобто я буду просто копіювати, коли насправді так воно не є. то в цьому випадку, я так розумію, це нейролістичне програмування є все ж таки негативним. Негативною, так. Але я за те, чтобы був баланс. Например, наприклад, якщо вы хочете... Если вы хотите использовать эту технику, то обязательно нужно использовать в своем позитивном мнении. Не сильно там прям что-то украсть у человека или использовать его для каких-то своих целей. Я не за это. Я за то, чтобы человеку было комфортно. Это же намного приятнее, правда? Доброе. Буду вас кстати позитивнее. Самые ознаки выкористання НЛП. На позитивні э, ознаки використання НЛП. Также э, я еще расскажу третью технику, которую можно использовать НЛП для личных своих лучших результатов и лучшего ощущения себя внутри, для мира внутри, так как сегодня я считаю это очень важно. Например, у вас есть очень плохое какое-то воспоминание, которое вы, которое вы постоянно возвращаетесь с нему фантазиями, да, прошлым, вот просто вовлекаетесь в него, вы чувствуете себя плохо. Как избавиться от этого? Для начала мы закрываем глаза и видим эту ситуацию. И мы должны вот послушать, что мы слышим в этот момент, что мы видим в этот момент. У каждого будет абсолютно разная ситуация. Например, я представляю человека, которого я ну, не люблю, откровенно говоря. Да? Закрываю глаза и представляю его. Как с помощью НЛП-практики можно убрать эти эмоции себя, убрать эту негативную ситуацию, которая влияет на вас сейчас. Мы просто берем и уменьшиваем это человека в фантазии в воображении. Мы его стираем, уменьшим и можно сделать например, если вы слышите какие-то голоса, когда вы закрываете глаза и думаете про этого человека, можете сделать его голос песлявым, например. И правда уже тогда вы не считаете этого человека как какого-то злого, какого-то своего врага или какого-то плохого. Вы уже не считаете так. То есть ваши ощущения, ваше представление о этом человеке абсолютно изменились. Вот это плюс такая техника НЛП, которую вы можете пользоваться, чтобы стереть какую-то ситуацию в своей жизни или как-то убрать какие-то эмоции с этой ситуации, которая у вас возвращает в плохое состояние. Але це ж не повністю позбавить нас цієї згадки цього спогаду. Ні, але е, ні, та прикратіть вам е, ви прикратіть возвращатися в цю ситуацію і чувствувати себе плохо. Добре, гаразд тоді поставимо плюс до позитивних ознак. Перше, так, так це от саме е, такий клінінг неприємних спогадів у власному житті. Так. Інші позитивні ознаки, на ваш погляд. Позитивні ознаки НЛП. Наприклад, е, Наприклад. Очень часто сейчас пользуются аффирмациями. Аффирмации, на самом деле, это также есть НЛП практика. Вы каждое утро встаете, когда у вас это состояние, которое вы еще вот просто встаете, у вас такое хорошее настроение, ну не всегда, когда встаете, у вас хорошее настроение, мы начинаем читать фразы или эмоции, или состояние, которое мы хотим получить в будущем. Благодаря тому, что мы повторяем это очень часто, Мы программируем свой мозг на получение этих эмоций. И наш мозг ищет такие ситуации, где можно это получить. Это также сцветается нЛП практикой, поэтому аффирмация- это чудесный, позитивный эффект от НП и можно им пользоваться. Я не буду користуватися тоді п'ять разів на тиждень, як мінімум з понеділка по п'ятницю, коли я йду на роботу. Так, звичайно, звичайно, Оксандр негативні ознаки. От я, наприклад, для себе вивчаючи також цю тему, читаючи і готуючи з на нашої інтерв'ю, виділив, що зараз нейролігістичне програмування досить часто використовують як метод гібридної війни. І звісно, в умовах, яких ми наразі перебуваємо, то ясно, що на таку велику масу населення про проте якусь здійснюється агресія, то звісно ці практики використовуються. Як захистити себе від них? На, на самом деле очень сложно сейчас защищать себя от этого очень мощного потока информации, которую хотят нам ввести в сознание, как будто это правда, на самом деле что является неправдой, как понять, что эта фраза является неправдой и вами просто манипулируют? Первое это правильно заданный вопрос. Например, правда ли? А представьте, что вот так, возможно ли, и, например, эм, про, возможно ли вы начали замечать? Правда ли вы начали замечать? С этих фраз, или, например, обобщение все это делают, всем это нравится, или все испугались, или что-то в, в этом роде, когда идет обобщение, это означает, что уже идет какая-то манипуляция вот или какое-то программирование. Сделаю пример из жизни. Пошли в кино. Все это кино любят, все его смотрят, все его любят. И тебе тоже понравится. Здесь такая маленькая беззащитная манипуляция, где человек обобщает и говорит, что все. И до большой массы. Уже. Так, совершенно. Еще на ее правду. И как этим можно управлять? чала спросить кто это все, да? кто эти люди все, а всем ли нравится, а все ли довольны? И также эта информация, когда идет обобщение, используется в новостях очень часто. Можно тут сделать выяснение, что хиба, что больше вразливыми до НЛП есть люди, у которых отсутствует просто критическое мышление. Конечно, конечно, ты очень точно подметил, что люди, которые имеют критическое мышление, они, в принципе, очень видят насквозь эти НЛП-программы, манипуляции, с которыми им пользуются в общении, в общении, в обычной жизни. Поэтому развиваем критическое мышление, осознанность, и, конечно же, это поможет нам не вовлекаться эти программы и газлайтинг и всякие плохие действия, которые делают с вами. Вот я хотел бы тут такую ремарку сделать. Несмотря на то, что еще в 70-х годах появился этот направление психологии, его уже до конца 80-х психологи спростували и назвали uh -huh. его псевдонауковым направлением. Как вы гадаете, почему на сегодняшний день он еще остается от популярным? Я считаю, что он будет всегда популярным, потому что люди с каждым годом становятся более осознанными. и э, есть конечно же и хорошие люди но есть же конечно и вот та группа людей которые хотят получать то что они хотят не неважно куда и каким образом мать новоаззе бе следом не стают тех кто будут самовыкористовывать у техновенного а идти на кого будут прямонить э, э, нет ты считаю что это как э, Я считаю, что люди, которые будут использовать это в негативном ключе, все равно будут получать от жизни плохое кое-что. Я можу пояснити це хіба що тим, що можливо ну, завжди буде бажання маніпулювати. Пропав в пропаганді є постійний обов'язковий інструмент, є маніпуляція. Да. То от я маю на увазі саме як захистити саме от людей, ну, наприклад, які ну, не, погиблюються, не погиблюються так в вивчення протидії угу. маніпуляцій. Як їм, от, звичайно, переглядаючи там, купу ютуб каналів, переглядаючи, наприклад, якісь засоби масової інформації, які мають. сомнительный характер. Как захисты их от этого? более осознанным. То есть включать критическое мышление, э, а спрашивать себя: а на самом деле ли так? А правда ли это? А кто эти люди, кто нашел эту информацию? А, а что на самом деле происходит? А как я чувствую себя? И вот эти слова: как я чувствую себя? Интуиция всегда нас не подводит, всегда правда. Всегда то, те, що ми ощущаємо, є істиною. Це ми говоримо на такому більш побутовому рівні. Наприклад, на державному рівні. Це можна якось розробити механізми протидії цьому? Протидії на, на... Проти НЛП. Да, На державному рівні. Я думаю, что это всегда будет, было и есть, и это ну, никогда не исчезнет, потому что это прекрасный инструмент для манипулирования массами, который очень эффективный, и я не вижу смысла его убирать. Когда вы відчули в своем жизни, что против вас используют НЛП? Чи відчули взагалі? Звичайно. Как первый раз я начала ощущать, что со мной работает НЛП-мастер или манипулятор, для начала я начала ощущать себя плохо. Я не понимала почему, но я чувствую себя очень плохо. То есть интуиция и чувства ваши, это всегда есть правдой. Потом я уже начала видеть разную информацию вокруг меня про НЛП, про то, как это делается. И возвращалась в прошлое и понимала, ага, вот здесь вот была со мной сделана вот такая манипуляция, здесь так, здесь так. То есть включалась осознанность. И когда я начала более так критически смотреть на любые разговоры с людьми, а что они делают, а что за вопросы они вообще задают, тогда я поняла, что, в принципе, со мной работают такие хорошие НЛП-мастера, и нужно быть очень аккуратным. Зараз распитание не в сторону сексизму. Кто больше вразливый до НЛП, жінки чи И женщины, и мужчины. Здесь нету, кто больше, кто меньше, на самом деле. Зважаю, що, що ч мають більш <порфу> <порфу> маю емоційні, стійкі, ані, цим, поту, эм, Ну давайте откроем Google и посмотрим кто чаще всего вводит как сманипулировать мужчиной как Привести отношения в серьезный лад, как сделать так, как сделать так, как привязать мужчину. Поэтому я считаю, что женщины чаще всего этим пользуются. А если есть спрос, значит есть и результат. А что означает, что мужчинами больше манипулируют, чем женщинами. Вот вы этот свой властный YouTube канал и достаточно активную деятельность в социальных мережах. Вы приходите до использования НЛП? Для... В соцмережах? Так. Нет, конечно же, нет. Я а почему Это же все-таки ну, корыстный вот инструмент. Эм, смотрите, конечно же все блогеры, все, которые успешны, там, 1 миллион подписчиков, 2 миллиона, они все используют это. Ну, конечно, потому что это привлекает внимание, это цепляет человека. Например, если я поставлю заголовок на YouTube-канал, эм, как сказать, эм, сейчас я найду это, не, приказываю выполнять не мое задание двойное послание. Приказываю не выполнять. И у человека сразу так, что это такое, что Д за название? Сразу. Да. Так, а ну-ка я посмотрю это видео. И все, включается, и там уже неважно, какое было название, человек уже смотрит видео и включается вот эту историю, которая была в видео. Конечно же, возможно, я буду это использовать дальше, но просто ради того, чтобы привлечь внимание людей, и все. Доброе, на останок. так, на ваш полет, Одна наиуспешнейшая и позитивная самая практика НЛП, и одна негативная, от которой просто всем треба готовиться и защищаться от нее. Давайте я начну с негативной. Негативная это у нас идет газлайтинг. Или когда вам задают вопросы. Правда ли, Александр, вы очень счастливы и рады видеть меня? Правда ли, Александр, что вы всегда рады при... идти на работу? не питание. Так, манипулятивные питание. То есть вам нужно осознать, что вот когда идет какой-то правильный вопрос, и вы такие, так, что делать? Ступари. Что это за вопрос такой, Я ничего не понимаю. Это уже идет НЛП. Или газлайтинг, когда вам говорят, да это неправда, да тебе показалось, да вообще такого не было, да у тебя, это твои фантазии, это ты больной. То есть идет пере... информация на тебя. Это называется газлайдинг. То есть это и есть негативные. Если есть позитивные НЛП, позитивные НЛП — это те же аффирмации. Или, например, когда вас какой-то друг хочет поддержать и говорит, слушай, да ты всегда там так круто выглядит, ты всегда так классно разговариваешь, да посмотри себе в зеркало, ты просто невероятный. Или правда ли тебе всегда везет? Например, это что же тоже позитивно можно использовать? Тим от саме відсоток правди в цих словах він не завжди да, но... Так, да, это так і є. Но якщо смотреть на будущее, если использовать НЛП практики с позитивным, то, конечно, это работает. И мы получим то, что мы хотим. Что вы хотели на остаток сказать нашим глядачам, которые сегодня смотрели наше интервью? Мы все-таки так обговорювали такую достаточно важку, но про те необходимую тему, которую нужно обговорювать. Для заключения хочу сказать, что в это время, которое мы сейчас проживаем, очень важно развивать осознанность, критическое мышление, потому что информации просто очень много. И чтобы защитить себя от влияния разных негативной информации, негативных эмоций, которые поступают вам, да, чтобы был мир внутри себя, нужно развивать осознанность. Ти абсолютно повністю згоден в плані того, що дійсно розвивати критичне мислення потрібно, тому що людина свідома вона е, менш є вразливою саме до використання таких маніпуляцій свій бік. В той же час зловживати використанням цих же інструментів, якщо ти знаєш, як їм протидіяти використовувати на свій власний манір, це теж ну не зовсім добре, тому від цього варто утримуватися. Тетяна, я хочу вам подякувати, що ви сьогодні прийшли до нас студію. Ми обговорювали цю тему. Впевнений, що вона потребує ще й подальшого самообговорення. Втім, я все ж таки наголошую, що даний науковий напрям він визнаний сьогодні спростованим. Однак, ми бачимо, що навіть сьогодні, в науковому середовищі, якщо він далі обговориться, то ймовірно, ще не повністю розкриті всі його фрагменти. Нашим глядачам я хочу нагадати, що з нами сьогодні була Тетяна Кучерук, психологиня, блогерка, авторка власної. С каналу. З вами был Олександр Матюшенко та програма «Діалог». Друзі, залишайтеся з Мартом, адже тут ми говоримо завжди на важливі та цікаві теми.